Футбольный клуб «Родина» усиливается не только футболистами, но и тренерскими кадрами. Александр Иванович, чтобы познакомить вас с нашими болельщиками, многочисленной аудиторией, мы подготовили несколько вопросов. Первый. На чем вы акцентируете внимание в тренировочном процессе? На мышлении. И? Немногословно. На футбольном мышлении и технико-тактических действиях. Хорошо. Тогда вопрос номер два, раз вы очень коротко отвечаете. Расскажите в двух словах о вашей профессиональной карьере. Как игрока или как тренера? Ну, не такая звездная карьера. Поиграл на Украине, Молдавии, в России, Беларуси. А в каких клубах? Скажем так, в различных дивизионах, начиная от второго российского и заканчивая высшими Молдавии, Беларуси. Хорошо. Успели ли познакомиться с футболистами незачетных возрастов, либо зачетных, и с тренерским персоналом, с административным, и какие ваши впечатления? Успел. Не так, скажем, за короткий этот период времени тесно, но я думаю, все в процессе. Я коммуникабельный, общительный, поэтому в этом проблем не будет. Хорошо, спасибо, желаем только побед. Спасибо, и вам удачи.